Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Мы рады вас приветствовать на юбилее нашего уважаемого Чингиза и хотели бы провести юмористическое интервью. Представьтесь, пожалуйста. Усейн Болт. Алла Пугачева. Майли Сайрус. Аль Пачино. Роберт Де Ниро. Асан Али Ашимов. Как вы думаете, кто в семье Чингиза и Даны главный? Явно не Чингиз, это точно. Да. Дана, наверное. Не Чингиз. Точно не Чингиз. Кто сегодня меньше всего подарит денег? Ильяс, Наталья, Зарина. Анет, Нуркен, Сека, Галым. Я думаю, Андрей, Серик, Куат, Галым. Салта, Галым. Андрей, Нуркен, Галым. Ну, я, Серик. Какие качества вы цените в Чингизе? Жадность, вранье. Подлость, предательство. Неискренность. Ложь. Лицемерие. Ложь. И, наверное, злость. Подлость, наверное, подлость. Неискренность. Я думаю, глупость и высокомерие, да. Сколько девушек было у Чингиза до встречи с Даной? 12. 18. Пусть будет 25. 37. 100. 100. Чингиз играет в азартные игры? Да. 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 Какой у Чингиза был самый большой выигрыш в покер? $50 000. $1 000 000. $100 000 000. $100 000 000. $1 000 000 000. $1 000 000 000. Деньги есть. Дана знает об этом? Нет. 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 Нет, конечно. Если вам дали 1 000 000, что бы вы подарили юбиляру? Я подарил ему 1000 тенге. Книжку. Цветы. Открытку красивую. Сертификат на липосакцию. Пачку сигарет. Как вы думаете, сколько сегодня выпьет на празднике Чингиз? Бутылку вина. Бутылка водки. Бутылка виски. Бутылка водки, бутылка виски. Что будет на праздничном столе? Хлеб и консервы. Доширак, наверное. Пельмени. Кефир, сушки. Шаурма. Доширак. Вы видите, в каком топовом месте проходит сегодняшнее мероприятие. Как вы думаете, какой бюджет сегодняшнего праздника? 30 тысяч тенге. 70 тысяч тенге. 100 тысяч тенге. Наверное, 1100. 1100. Где-то 500 тысяч тенге или 600 тысяч тенге. Что вы сегодня подарите? Ничего бы не подарил. Ничего. Давайте ничего. Нет, что-то надо, да. Что-то впарить надо. Попробуйте описать Чингиза одним словом. Жизнелюбивый. Большой. Добрый. Он конкретный. Надежный пусть будет. Великолепный. Что вы хотите пожелать Чингизу? Чингиз Минлибаевич, дорогой друг. Давай, от души тебя поздравляю с днем рождения. Ты замечательный человек, замечательный сын, отец. Муж, очень рад, что мы с тобой дружим. Люблю тебя, уважаю. Хочу, чтобы у тебя все было хорошо, чтобы был всегда здоров, чтобы дела шли в гору. У нас с тобой, как говорится, еще все спереди. Поэтому, брат, давай, оставайся таким же неунывающим, целеустремленным, сильным, харизматичным, мощным мужчиной. Давай, брат, с днем рождения. Дорогой Чингиз, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе самое главное – здоровья, процветания, успехов и достижений. Пусть близкие будут рядом радовать тебя своим присутствием. И самое главное, что улыбайся всегда. Мы тебя любим и очень уважаем. Чингиз, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего самого-самого лучшего. Ты у нас такой замечательный, единственный, неповторимый. Оставайся всегда таким же. Здоровья крепкого, благополучия. И вам с детьми, с Даной всего самого-самого лучшего. Счастья, любви, удачи и всего самого хорошего. Да, Туан Кунктуолсен, поздравляю тебя с юбилеем. Желаю тебе, ну, в первую очередь, крепкого здоровья и чтобы все твои поставленные, намеченные цели все сбывались, ну, чтобы тебя всю жизнь сопровождала удача, везение и благополучие.
Дорогой Чингис, поздравляю тебя с этим прекрасным праздником. Хочу тебе пожелать, чтобы ты всегда оставался таким же, открытым, искренним, добрым. Где-то глубоко в душе, конечно. Но так, брат, я тебя очень сильно люблю. Счастья тебе, здоровья, всего-всего самого наилучшего. Чингис, дорогой друг, поздравляю с днем рождения. Я знаю, как ты любишь жизнь. Пусть всегда у тебя будут силы делать то, что ты любишь, то, что ты умеешь. Люби свою семью, люби своих уважаемых друзей. Мы всегда рядом с тобой. Днем рождения, брат. Прекрасный тост. Спасибо большое, дорогие друзья, за эти прекрасные поздравления. И давайте поднимем бокалы за нашего дорогого, уважаемого Чингиза. Ура!